Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Пчелка Майя, и у меня к вам есть интересное предложение. Я и мои друзья хотят приходить к вашим ребятам и рассказывать им о здоровом образе жизни. Мы также хотим поведать, как правильно чистить зубки, в чем состоит профилактика кариеса у детей и как питание влияет на состояние зубов у ребят. Все столь важные вопросы мы поднимем в игровой форме в увлекательном спектакле для ваших ребят. В волшебной стране живут одни феи, они раздают всем людям счастье, счастье отпускают взвешенным заранее в фунтиках, кулечках, поделенное на части в порции. Каждый будет стеклышко с радугой, пучок душистой травы, сладости, медная монетка и молочный зуб. Ребята, каждому будет счастье. Ух ты! Ух ты! Какая хорошая! Какая, ой, пригожая! Ой! Ох, счастье-то привалило! Ты ли, зубная фея? А ну иди сюда. Подождите, но вы же никакой не ребеночек. Ну и что? Что не ребеночек? Так я специально мозговой штурм устроила, чтоб за каждый, понимаешь, за зубик, за молочный, за коренной, мудрости самые первые выпали. За них тоже, чтоб ты мне за все мои зубы отчиталась. У меня есть к тебе выгодное предложение. Давай-ка предложение свое. Я барышня деловая, рассмотрю все виды предложений. Ты говоришь, что у тебя ни одного зубика нету? Ни одного. А я предлагаю тебе взамен то, что ты оставишь наших ребяток в покое, все новые зубы. Сейчас я буду, ребята, вам показывать, как нужно правильно чистить зубы. Для того, чтобы они были такие же крепкие, как у меня, вы берете зубную щеточку, зубную пасту и вот так выметающими движениями сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Чистим, пробуем, вот так, как будто фантазируем, вот так. А теперь нижние зубки, ребяточки, мы также тщательно чистим выметающими движениями. Смотрите, раз, 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 как будто выметаем, выметаем микробы, уходите, уходите из наших зубов. А теперь, ребята, вот эти большие зубы, вот такие, они называются жевательными. Больше всего мы жуем вот этими зубками, их нужно тоже очень тщательно чистить. Круговыми движениями вот так чистите, вот так. Фантазируем, давайте, берем вот так, как будто мы чистим. Умницы, какие вы молодцы, ребят. И еще не забываем про язычок. Язычок как чистим? Вот так чистим язычок, вот так. Мы не учим детей. Мы им рассказываем замечательную познавательную сказку, благодаря которой ребята постигают основы гигиены полости рта. Долго гуляла, потом ела, потом пила сок, потом ела шоколад, то что нужно сделать? Почистить зубы. А расскажите, пожалуйста, как вы бережете свои зубки? Я зубки свои берегу. Я их утром и вечером чищу. Надя, расскажи нам, пожалуйста, как добиться такого цвета волос? Не знаю. Сколько надо чистить зубки раз в день? Два раза. Молодцы!
А тебе понравилось рассказ про зубки? Да. Наш рассказ. Понравилось? Да. Мне понравилось рисовать.